А накануне Александр Уз доложил Владимиру Путину о ситуации с пожарами в нашем Красноярском крае. Губернатор сообщил, что с начала пожароопасного сезона обстановка в регионе стабильна и находится под контролем. На данный момент на территории действуют 4 пожара, они задействовали чуть больше 4000 гектаров, а угроз населенным пунктам нет. Уз отметил, что огонь постараются потушить в течение 3 суток. К тому же глава региона поблагодарил президента за принятое решение о создании Северного лесопожарного центра. В этом году ситуация по пожарам выглядит принципиально иначе. На сегодняшний день зафиксировано чуть больше 600 возгораний. В основном это возгорание незначительно, то есть почти в 2,5 раза меньше, а площадь, пройденная огнем, составляет 37 тысяч гектаров, что меньше в 47 раз. Столь значительные изменения в лучшую сторону, конечно, в известной мере являются следствием и погодных условий, но и качественно иного подхода к работе.